Расширение сотрудничества между Малайзией и Волгоградской областью. Эта тема стала главной в ходе рабочей встречи, которую провел губернатор Сергей Баженов с чрезвычайным и полномочным послом Малайзии в России. Сотрудничество региона с Малайзией развивается уже на протяжении нескольких лет, особенно активно, например, в сфере образования. В настоящее время 352 студента из этого азиатского государства проходят обучение в Волгоградском медуниверситете. Уже несколько человек закончили Волгоградский государственный медицинский университет, они вернулись на родину и работают там уже, обслуживают население и показывают хорошие результаты. Работа в этом направлении будет продолжена, заверил губернатор Сергей Баженов и подчеркнул, что наш регион готов к более широкому сотрудничеству.